Всем привет! Вы на канале «Мой дом и я». Сегодня мы будем переселять своих старых кур в другой курник, а сюда переселять будем завтра молодых. Сейчас начнем их отлавливать и переносить, и потом нужно будет здесь все поделить и поубирать. Как они кричат, надеюсь, не громче, чем я. Курочки немного возмущены, что не дают им спокойно жить. Сейчас уже 2 часа, они уже вроде бы должны были все снестись, так как на новом месте они будут искать гнезда и будут еще осваиваться, поэтому лучше, чтобы понеслись они сегодня, и полдня у них будет, чтобы обвыкнуть. Начинаем все выгребать и подготавливать к побелке. Сейчас мы вот на таком этапе подчищаем, подшкребаем и выносим мусор. Половина работы сделана, все вычищено. Вот так сейчас все выглядит. Вот здесь сейчас живут наши курочки вместе с цыплятами маленькими. Ну, как вместе. За одними дверями, скажем так, и с бройлерами. Они уже освоились, купаются. Испугались, что я зашла. Думаю, сейчас опять будут их куда-то переносить. Уже так обжились. Да, цыпка? Хоть белый свет увидели в конце лета. Цыпульки уже проголодались. Да, цыпульки? Такие красотульки. Этих тоже будем переводить в загородку, где старшие цыплята, после того, когда старших переведем в сарай. Сейчас вам покажу курник. Он небольшой, но здесь 20-25 курей спокойно помещается. Вот так он выглядит изнутри. Это гнезда. Наложили сено во все гнезда. У каждой будут личные апартаменты. Это сидало такое небольшое. Ну, здесь размер где-то, наверное, 2,5 на 1,5. Такой, это очень старый уже курничек. Это еще дедушка строил. Ну, зимой даже здесь куры себя прекрасно чувствуют и всегда несутся. Это просто здесь такая достраивалась, типа загородка, сарайчик. Когда-то и козы были вот тут, наверное, не помню уже. Ну, для утят, для цыплят. В общем, можно закрыть. Только дверь заделать надо сеткой. Окошко здесь есть. В общем, дополнительный маленький сарайчик. Вот кормушка у них здесь, водичка там, ракушка, купалка. А это, видите, траворезка, которую уже настроили. Сейчас перемалываем траву, потому что она жесткая. Ну, в принципе, я целую уже цыплятам кидаю, они листья обгрызают. А так перемалываем все вместе с стеблями, они гребутся целый день, едят. Здесь уже начинаем белить. Покажу уже после побелки, как будет выглядеть. Все, наши цыпы переехали, осваиваются на новом месте, уже позавтракали. Сидят на сидоле. Курицы. Вот так вот у них все устроено. Водичка. Посыпали опилочки. Побелили стены, посветлело. Ну, вот их новое жилье такое. Сейчас вычищаем их вольеру прошлую. Будем туда малышей переводить. Почему решили переводить их
сейчас кур туда, а этих сюда, потому что эти уже начали делать шкоду, клевать помидоры, клевать виноград, которого и так практически нет. И сейчас не жарко, курей перевели в старый курник, так как месяц назад было очень жарко, они бы там зажарились, там тенечка нету. И только из-за жары мы их не перевели раньше. Здесь 49 цыплят. Вообще мы планировали на зиму оставить 50 молодых курочек. И вывели две партии цыплят по 50 штук. Ну вот сегодня мы переводили и как-то сразу не считали, не записывали, сколько петухов, но петухов больше. Вот если их сейчас здесь 49... И петухов большая часть, то 50 у нас не получится. Там среди маленьких, скорее всего, то же самое. Ну, будет штук 40, а то хорошо. Потому что яйцо в цене сейчас 25-30 гривен. А зимой, думаю, будет 35, наверное. Посмотрим, что у нас получится. Еще кормить, подкормить надо. Оба. Что там? Что там такое, куряши? Еще им нужно подкормить их, чтобы подросли, потом петухов убрать, и тогда мы уже узнаем, сколько у нас курочек. Ну, петушков тоже много. Ну, в принципе, будет мясо. Бройлеров дорежем, потом будут петухи. Цветение портулака. Вот такие вот красивые розы. Все убрали здесь, в этой вольере, перевели маленьких цыплят, они уже осваиваются. Насос гудит, набираем воду на полить. Вот, поставили им водичку, Соня легла тут спать, больше ж негде, наверное. Так. Они попрятались сначала все под клетку здесь, но уже потихоньку выходят. Здесь тоже все в вольере убрали, подсыпали свежие опилочки. Ну, теперь им будет больше пространства, то им уже тесновато там было, там сарайчик маленький. Пока не будут вылазить. Петухи дерутся. Вылетать не будут в огород, я думаю. Пока освоятся, пока подрастут, уже огород уберется уже. Даже если будут вылетать, то будет не страшно. Но я думаю, месяца через два их уже тоже будем переводить туда, в сарай. Вот так прошло наше переселение. Теперь каждый на новом месте. Соня. Мяскает. Отживаются. На этом все. Кому было интересно, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!